А это актер, видеть которого хочется снова и снова. Говорят, успех сериала «Сваты» во многом именно его харизма. Его называют самым смешным в российском кино, но что на самом деле стоит за маской комика? Наш московский сапкор Максим Короткин встретился с актером Федором Добронравовым, и разговор получился гораздо шире, чем просто юмор, кино и сцена. Судите сами. Считается, что у комедийных актеров есть всегда некая проблема, и они становятся зачастую заложниками какой-то либо одной роли, либо какого-то одного образа. Вот Александр Демьяненко, известно, что очень не любил свою роль в фильмах о Шурике, потому что считал, что вот эта роль закрыла ему дорогу к серьезным каким-то работам, творческим, драматическим. У вас нет такого ощущения, что вот ваш Иван Будько из «Сватов» из той же оперы роль? Есть, да. Это проблема? Проблема, большая проблема. К сожалению, у нас надевают вот небольшое такое на тебя клише. И какое-то время прямо, ну, не снимают и все. И никто не звонит, никто ничего не предлагает, кроме комедии. И тогда начинаешь уже ломать, может быть, зря, но ломать какие-то устои. Ну вот раз зашла речь о сериале «Сваты», который действительно ассоциируется с вами, или вы ассоциируетесь больше с сериалом «Сваты», вот возникает такое впечатление, когда смотришь этот сериал, что на экране очень большая, дружная, то ли южно-русская, то ли украинская семья. И вот учитывая то, что происходит сейчас в Украине, у вас не возникает опасения, что каким-то образом вот эти события людей разделяют надолго? Мне кажется, что поссорить нас можно. Поссорить можно. И русских, и украинцев с белорусами. И говорить, вот сейчас говорю о трех самых ярких. Но разлучить, думаю, нет. Думаю, разлучить нельзя. Я думаю, что пройдет, ну пусть не полгода, год, ну от силы два. Вот этого безобразия. И я думаю, что все вернется на круги свои. Нас невозможно разорвать, невозможно. Говорю, поссорить, да, поссорить. Но это в любой семье. Можно, если захотеть, так, появится какой-нибудь Яга. Прекрасная любовь, Отелло с Дездемоной. Разорвал и все. Это возможно на время. А вот наш народ, народы наши разорвать невозможно. Думаю, что все будет хорошо. Сейчас в прессе много пишет, что вы отказались от съемок дальнейших в сериале «Сваты» ради нового проекта. Нет, вот, нет, неправда, неправда. Нет, нет. У нас идут переговоры с Андрюшей. Да, думаю, что все будет со «Сватами», все будет хорошо. Другое дело, что ну так вот ну, попали. Мы в такие лихие времена живем, во времена перемен. Если бы этого не было, ничего, я думаю, мы бы это лето уже снимали. Очень много людей эта история поссорила. Ну, даже если не поссорила, то развела. Потому что некоторые думают так, а некоторые так. Некоторые говорят, что вот правы одни, а некоторые другие. И, к сожалению, лучшие, замечательные люди, лучшие друзья там думают пока что по-другому. И как-то переубеждать, и в это время работать, и в это время смешить, мне кажется, что это неправильно. Должно как-то все утихомириться. А все остальное я сказал. Я думаю, что седьмые будут. Федор Викторович, спасибо за интервью.